Всем привет! Вы на канале «Дети звезд». Жена известного актера Леонида Ярмольника, Оксана, личность с большим творческим потенциалом. В своей мастерской она занимается изготовлением эксклюзивных коллекционных игрушек. Неудивительно, что дочь пары, Александра, выросла в творческой атмосфере. Она с детства увлеклась рисованием. Ей уже 37 лет, и ни живопись, ни актерство не стали ее призванием. Строя собственную карьеру, девушка пользовалась только своими силами, не рассчитывая на имя отца. Сначала она окончила курс в Строгановке и получила специальность художника по стеклу. Набравшись немного опыта, Александра обзавелась своей студией. Там она работает и сейчас, создавая великолепные произведения. В 2014 году она вышла замуж. Ее избранником оказался человек, далекий от актерского мира – бизнесмен Андрей Мальцев. Они устроили скромную свадьбу на даче только для самых близких друзей и родственников, поскольку уже ждали ребенка. Все приглашенные были в белом, поэтому торжество получилось очень ярким. Но после этого супругам пришлось ненадолго расстаться. Молодая девушка отправилась в Юрмалу, она не могла пропустить открытие персональной выставки. Через 4 месяца после свадьбы дочери Ярмольник впервые стал дедушкой. В частной московской клинике у него родился сын, мальчика назвали Петром. Второго ребенка, также сына, Павла, Александра родила в конце 2017 года. Сегодня она счастливо живет вместе с мужем и сыновьями, работает над творческими проектами, принося радость людям, а досуг посвящает заботе о бездомных и брошенных животных. А вы помните Леонида Ярмольника? Как вам кажется, похожа ли Саша на своего отца? Пишите в комментариях. Если вам понравилось наше видео, ставьте лайк. Также не забывайте подписываться и жмите на колокольчик. Удачи!